Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить Kingdom Rush Легенды. Так, мы с тобой остановились где-то в лесочке. Вы только что разблокировали нового помощника рыцаря. Вот даже как. Подожди, ну мы же с тобой... Да-да-да, мы именно здесь остановились, владение Крамтака, и мы продолжаем. Так, ну что, нам можно пойти либо сюда, либо сюда. А в чем прикол? Тут, смотри-ка, какой-то космический корабль валяется. Мы, наверное, все-таки пойдем вниз. Да? Давай-ка вниз мы с тобой рванем. Тут у нас как раз кубики. Может быть, что интересного найдем. Мы решили отдохнуть и разожгли костер. Один из команды попросил кого-нибудь рассказать интересную историю. Так, продолжаем. В ударе выиграйте. Ага, в трех играх подряд. Остаток дня мы обменивались забавными историями. Мы узнали больше друг о друге и легли спать умиротворенными. Так, шикарненько. Кстати, у нас гном-то наш может прокачаться. Ага. Я вроде бы в той серии это выучил. Но, видимо, тут сейвы работают немножко по-другому. Так, ладно, двигаемся дальше. Что тут у нас? Заблудшая хранительница. Мы встретили слепую хранительницу леса, сидящую у раскидистой ивы. Дети леса, я совсем потерялась. Никак не найду свое дерево души. Старую ивушку, тихонько напевающую, когда рядом с ней стоят люди. Поможете найти ее? Так, у нас выбор: искать иву, использовать заклинание поиска или продолжить путь. Использовать заклинание поиска. Давай попробуем заклинашку. Окей, это же вроде хорошо, да? Упавшие листья закружились в волшебном танце и привели нас к дереву. Хранительница благословила нас в знак своей признательности. Ух ты, смотри, вот теперь у нас и этот получает солнышко. Что это значит? И кирку мы с тобой получили. Две кирки. Вопрос в другом, ребята. Где мне их использовать? Вот эти вот штуки. Проход для копания, прокладки тоннелей и разбивание вещей. Не знаю, не знаю, ребята. Ну что, тогда двигаемся дальше. Все равно нам здесь больше делать нечего. Так, мы прибыли с тобой в ворочий пост, судя по всему. Ух ты, хрум-хрум-хрум. Сражайся, трус. Назад. Иди, мы с тобой. Толстяк аж от страха пробил забор. Блин, ну тут, ребята, волчара такой, я манал. 100% это варк. 100% я тебе говорю. Так, ну что, кто у нас ходит? Гном. Гном, что мы с тобой сделаем? Так, здесь мелюзга еще внизу стоит. Ладно, вначале мы звезданем хорошенечко сюда. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Нифига не ходят. Так, шаман, ты сможешь, интересно, вот этого ханурика ушатать? Красавчик, суперэффект. Блин, нам, наверное, с тобой лучше заморозить этого, да? На всякий случай. Пускай пока стоит замороженным. Я не знаю, что от него ожидать. Если я подойду сюда. И, блин, я не могу применить. Тогда сделаем с тобой щит. А, тут шаман. Ёк-макарёк. И сам себя уничтожил. Ой, дурик. Давай-ка мы вот так сделаем. Так, застанили. Этот замороженный стоит. Пока все под контролем, друзья мои. Хилка нужна нам или нет? Пока, я думаю, обойдемся. Давай сюда звезданем по орку. Есть контакт. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди. Блин, я не могу, ребята, сделать. Позволить, чтобы у нас маг погиб. Я, с вашего позволения, его уведу сюда. А уже отсюда. Давай-ка вот так сделаем. Замечательно.
Блин, ты не достаешь, да? Если я ударю, он тогда... Он тогда, ребята, ото льда пробудится. Ладно, сделаем с тобой пропуск хода. Так, гном. Гном, гном. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Пойдем сюда. Пока не хочу. Пропускаем ход. А вот теперь самое интересное. Я думаю, что нам нужно все-таки сделать хил на нашего мага. Интересно. Не достаем мы с тобой заморозкой. Блин, а если я подойду чуть ближе? Рискнем. Иди ты сюда, говорю тебе уже. Вот. Нормуль. Так, а теперь мне хотелось бы подбить вот этого мелкого орка. А если так? Ой, зря я это сделал. Ой, зря, друзья мои. Бросаем. Так, мы его оглушили. Magic Orb. Ну-ка, влупи-ка ему. Супер эффект. Заморозочку. Так. А у нас что, висит кровотечение, что ли? Ну-ка, звезданем, наверное, разочек. Я не могу понять, почему я ему не наношу урона, а? Ну-ка, давай так сделаем. Ага, оглушили. В этот момент мы можем с тобой хильнуться, верно? Если достанем еще. Хм, тогда так сделаем. Так, у него две единички здоровья. Ну что, добиваем. Нормуль. Ведь победа же, конечно. Я думал, будет посложнее. Так, результаты боя меня вполне устраивают. Повышение. Так, интересный вопрос. Давай посмотрим, что у нас может сделать. Нет, знахарь ничего не может. Хм, давай, наверное, нашего Геральда улучшим. Молитва ученика. Геральт тратит очки здоровья, чтобы вылечить союзников, и снимает эффект слабости. И Геральт не может нацелиться на самого себя. Заманчиво. А ты что сделаешь? Исцеляет всех союзников в радиусе 2 шестигранника. Создает огненный шар, который взрывается при ударе, нанося урон всем персонажам в пределах 1 шестигранника. И поджигает землю. Вот, вот это вот... Интересная вещичка. Берем, ребята. Чем больше массовых атак, тем лучше для нас. А кто это у нас там сидит, а? Ну-ка, пойдем проверим. Мы замечаем, что наше снаряжение совсем износилось и отчаянно нуждается в ремонте. Так, починить его или продолжить путь? Давай попробуем починить. Нет! Нет, 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 нет. После мучительных попыток мы окрестили это дело безнадежным и оставили снаряжение как есть. Твою налево, механик получил минус 1. И 20 голды еще потеряли. Обалдеть. Это же надо было так проролить, а? Гномья лавка. Что же делает вот эта ткань? Лечит физически... А, лечит физические повреждения. А вот это... Снимает очки усталости. Вот оно, ребята. Вот оно. Очки усталости. Так, ну-ка посмотрим. Вот здесь же есть у нас очки усталости. Так, погоди. Использовать. Ну-ка. Все, понял, ребята, как теперь снимать вот этот негатив, который у нас копится. С помощью повязок. А что же тогда за очки усталости? Хм. Пока не знаю, ребята. Я вообще-то думал, что это и есть очки усталости, которые я сейчас убрал. Ну что, двигаемся с тобой. О, да мы уже пришли, по-моему.
Сейчас должен быть босс. В самом сердце земель Крэма мы нашли его зловещий трон. Команда устремилась вперед, прямо в центр окровавленной арены. Настало время битвы. В бой. И не спешить кидаться в бой. Ну, не спешить. А что мы можем сделать? Абсолютно ничего. А вот это что у нас такое? Так, исцеляющее зелье. Слушай, вот восстановить очки нам нужно на Геральда. Потому что он у нас покоцанный маленько. Так, я не понял, куда веревку применять? Палатка, это 3 очка здоровья всей команде восстанавливает. Но мы можем с тобой попасть в ловушку. Таким образом. Ладно, давай уже тогда нападать. В бой. Ну-ка, это решающая, ребята, битва у нас здесь. Ух ты. Приключения ждут. Вам не удалось победить моих врагов. За это вас ждет наказание. Погодите. Мы идти хватать их. Слишком поздно. Удар грома. А вот и мы. Рад, что вы так далеко зашли, но дальше вам не пройти. Подойди и сразись с нами. Ха! И отказать моему клану в представлении. Так, клан жаждет пролитой крови, а Крамстаг даст клану кровь. Подойди и возьми. Твою налево. То есть мы сейчас деремся с этими, а потом еще и с главным? Или как это все будет выглядеть? Я не знаю. Так, ну что у нас тут? Зигзаг молнии. Направляет электрический ток, который наносит урон и оглушает основную цель, затем ближайших врагов. Вот это, кстати, было бы неплохо сделать. Но сначала отойдем в сторонку и переждем это все дело. Так. Да, атаковать мы не можем главаря. Тогда стоим здесь. Мага тоже уберу отсюда. Блин. Абсолютно ничего не могу сделать. Ну что, Геральт? Опасно, я не спорю, опасно. Но нам нужно с тобой выступать. Так, постоишь пока здесь. Я надеюсь, этот босяра не подключится во время боя. Смотри-ка, я могу сюда? На тебе. Удар грома. Да ладно, ты серьезно? А, это он будет делать. Слушай, ну у нас есть возможность избежать этого удара. Смотри-ка, захилел, а? Так, что же мы с тобой сделаем? Мы стоим... Блин, как тут определить? Попадет по нам гром или нет? Здесь-то я вижу, что попадет, а вот тут как-то непонятно. Ладно, давай сюда перебежим и попробуем вот так вот. Вырубили, окей. Так, маг у меня вне зоны. Блин, а фаербол не достает. Удар грома. Блин, этого мелкого надо валить. Ты серьезно сейчас? Еврокап. Блин. Что делаем? Подходим. Подходим и все. А так, если мы здесь будем стоять, мы попадаем под гром. То есть нас вынуждает, ребят, сюда идти. Допустим. Patience. Вот тебе patience. Иди сюда. Так, а он достает. Ну давай сюда звезданем. Окей. Удар грома. Угу. Орда там орет. Да отвали ты, блин, лукарь вшивый, а? Ты смотри. Слушай, если мы с тобой успеем убежать, эти чуваки сами себя поджарят. Ну что же, давай попробуем. Бросаем.
Хаукас, вот тебе и Хаукас. Так. Блин, этого гаденыша нужно уничтожить. Земля горит. Он сам, по-моему, горит. А нам с тобой нужно уходить отсюда нафиг. От этой атаки. И хилеться, по идее. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим внимательно. Если мы сюда встанем и хильнем нашего главного героя. Так, смотрим. Они должны попасть под... О, гнома не убрал! Ёк-макарёк. Как же так-то? Этот сгорел. Эй, гном, извини. Не хотел. Так, секундочку, сейчас подумаем, сейчас подумаем. Ну, тут понятно, что мага нужно будет убрать. Но ходит у нас гном. Гном, гномчанский. Иди сюда. Достает, отлично. Так, молнии. Слушай-ка, ведь мы сейчас можем поджечь земельку. Я, правда, так и сделаю. Нет, не сделаю я ничего так. Допустим. Тут надо уходить. Блин, везде атака этими молниями. Стоим, ждем. Patience, patience. Вот нам нужно хилять. Кого? Себя, наверное, будем захиливать. Или же мы можем с тобой уничтожить. Да, наверное, я лучше сделаю ее вот так. Супер эффект. Ну что же, пошла молния. Тыдыщ, тыдыщ. Пока все хорошо. Я так понимаю, что этот чувак тоже выйдет в бой после того, как мы разберемся с ордой. Прижучиваем. Готов, парень. Так, мы сейчас с тобой, знаешь, что сделаем? Нам нужно, во-первых, уйти из-под электричества. И если я бомбану вот таким вот образом. Готов. А дальше-то что? Что? Что такое? Вроде бы всех подбили. Что они от меня требуют? Ну, допустим. Хм. Атаковать я не могу здесь. Ну, давай я вот сюда отойду. Отойду сюда. Бомбануть я не могу, поэтому пропускаем ход. Мне кажется, он сейчас выйдет. Хватит! Тыдыч, тыдыч. Настало время позвать моих верных союзников. Это еще кто такие? Сюрприз, сюрприз. Настало время моего веселья. Ага. Так, ребята, настало время его веселья, он говорит. Кто это такие, вообще не могу понять. Можно про них почитать что-то? Нет, нельзя. Так, кто у нас ходит? Гном. Гном у нас под атакой, поэтому переходим сюда. И атакуем здесь. Пши! Я-то думал. Блин, не достает ни одной из заклинаний. Подойти поближе, что ли, сюда? Ну-ка. Попробуем. Сдулся. Так, Геральт, погнали-ка сюда, наверное, с тобой.
и поставим защиту. На всякий случай. А вот здесь вот нам нужно с тобой будет хильнуться, скорее всего. И хильнуть надо нашего гнома. Удар грома. Да понятное дело, что удар грома неизбежно. Фига, он полполя тут. Куда он там делся? Угу. Слушай, кто вот это вот такой, а? Стоит там вдалеке. Мне очень интересно просто знать. Так, гном, ты же, по-моему, у нас... Нет, он все-таки в зоне атаки стоит. Давай я его сюда перемещу. Сделаем удар. Кто у нас там ходит? Ага. Нам надо с тобой сместиться. Заморозить сможем? Нет, не сможем. И чё, и этот не достает? Трындец, я передвинулся. Нафига ты так делаешь-то? Все-таки я пойду и попробую вот этого вот уничтожить. Не нравится он мне. Мне кажется, он будет хилять почему-то. Так, и нашего малыша мы уберем сюда. Еще и звездануть успеем. Ага, это все-таки заклинатель был. Удар грома. Шаман все не успокоится, да? Мерзость, я вызываю тебя. Это еще кто? Он вызвал кого-то, ребята, мерзость, прикинь. Кто ходит? Гном. Почему гном все время ходит первым у нас, а? Кто-нибудь мне это объяснит? И ничего мы с тобой сделать не сможем. Понятно. А вот здесь очень даже сможем. Получи, гаденыш. А он же все равно телепортнется, да? Не знаю, не нравится мне эта мерзость, но я вот этого чувачка хочу уничтожить. Да-да-да, именно так. Где это там? Пишенс, вот когда он говорит пишенс, пишенс, мне сразу вспоминается этот. Из фильма «Властелин колец», Голум, точно, Голум. Здесь я больше ничего сделать не могу. Пропускаем ход. Так, мерзость пошла на Геральда. Ага. Ты понял, да, что она делает? А этот все удар грома применяет. Но ни по кому не попадает. Опять телепортнулся. Так, в принципе, в опасности только этот у меня, да, получается? Блин, как мне сейчас не хватает, друзья мои, лучника, а? Кто бы только знал. Давай-ка мы, наверное, так сделаем с тобой. Его нельзя оглушить, оказывается. Прикинь. Его нельзя оглушить. Объясни, зачем я так сделал? Почему я мага не убрал с этой точки? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, ребята, большущая моя ошибка. Так, а что, если мы с тобой сделаем? Он выживет, надеюсь. Сколько там атаки наносит? А, смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Мы встанем сюда. И ударчик. На тебе. Все. Все живы. Победите Крамтака без потерь. Террору Крамтака пришел конец. Пора вновь отправиться в путь. Наше путешествие только началось. Тын-тын-тын-тын. Такой гном там радостный такой. Веселится.
Победа, друзья мои, победа. Опа. Что это такое мы получили, я не могу понять. Так, лучник тоже получает какие-то корни. Злогромного трактага победить. Ага, завершить приключение в режиме боец. Доберитесь до арены Крамтака. Завершите приключение с Геральдом. Все, готово. Смотрите, что мы там внизу наполучали. Смотри внимательно. Черепки какие-то, звездочки. Что и для чего это все? Интересно. Так, мы разблокировали с тобой новое приключение «Зима в храме Гроз». Новый помощник, орк-мясник. Опа. Новая, ребята, территория. Опять ты со своим. Кстати, ты узнаешь этого Йетти? Да-да, ребята, это с предыдущих частей Kingdom Rush. Так, ну, давай посмотрим, что там за достижение у нас. Враг моего врага, доберитесь до... А, ну это все мы с тобой сделали. Исследуйте сюжетные точки 5 штук в лесу. Все это мы получаем, поэтому закрываем. Ну что, выбрать команду? Почему у нас только трое? Смотри, у нас тут есть рыцарь. И у нас есть орк-мясник. Ух ты. Асра доступна. Асра это, по-моему, убийца, да? Темная убийца, ассасинка. Вот они, ребята, меня немножко озадачили. Что же нам с тобой взять? Хочется и проверить. Давай, наверное, мы возьмем вместо вот этого. Ух ты. Что это такое? Призывает ежевики. На выбранный шестиугольник еще два. Персонажи, наступившие на ежевику, будут обездвижены. Ну да, ребята, это самые настоящие корни. Это у него новая способность появляется. А что у нас у Геральда? Так, атакует по дуге, нанося урон основной цели и двум ближайшим противникам, отбрасывая всех пораженных врагов. Неплохо, неплохо. Блин. Маг, ну маг хорош, ребята, маг хорош. Вот лучника. Давай все-таки на асу поменяем, а? Асра Даггерфолл. Знаменитый теневой убийца, одна из лидеров возмездия Визнана, вновь готовится нанести удар по врагам армии тьмы. Она имеет... У нее качество. Если персонаж завершает ход, не используя никаких навыков, она получает дополнительный урон до следующего хода. Ничего себе. Если здоровье Асры падает ниже 0, создается щит, который нейтрализует урон от следующей атаки. И вероятность 25% уклониться от нацеленной атаки ближнего боя. Неплохо. Так, ну я понимаю, у него тут стрелы есть. Поражает врага, нанося урон, персонаж становится отравленным. Суперсила — это дополнительный урон ослабленным целям. Телепортируется к цели в пределах досягаемости и меняется с ней местами, если цель враг наносит урон. То есть мы можем также заменить нашего, да? Если кто-то там попал в беду, поменяться с ним местами. Слушай, хорошее качество у этой асры. Давай попробуем. Не-не-не-не-не-не-не, я хотел. Блин. Я хотел поменять. Вот так вот. Подожди ты, господи, как тебя сменить-то? Выбрать вот сюда. Да ёпрст ты. Вот этого можно мне заменить или нет? Вот. Вот так. Подожди, я что, только могу главного героя, что ли, поменять? Точно, ребята. Асра — это главный герой, оказывается. Или я... Что-то путаю. Сейчас еще раз проверим. Угу. Да, ребята, Асра — это главный герой. Ладно, возьмем, попробуем ее. Все, команда выбрата. Погнали. Зима в храме Гроз. В разрушенном храме Гроз снова кипит жизнь, пока тролли
Хакража свирепствует в горах, все указывает на то, что они имеют какое-то отношение к новым обитателям храма. Что бы ни произошло, их нужно остановить, пока не стало слишком поздно. Так, а сложность боец? Ну да, боец, все отлично у нас. Ну что, поехали? Начать. Да, ваше всевидящее величество, наконец храм принадлежит нам. Нет, мы избавились от магов почти от каждого из них. Так, это что за глаз такой всевидящий? Уже почти завершено, ваша темность. Все будет готово к вашему прибытию, уверяю вас. Ничего не помешает нашим планам. Мы дошли до морозных вершин через территории всевидящего культа, нашего нового врага. Получив новости о странной энергии, окружающей храм Гроз, мы поспешили остановить планы сектантов, начать приключения. Хм. Такая карта, ребята, ой-ой-ой-ой, неплохая, не маленькая. Это кто там катается? Это случайно, ребята, не... Не из этого, как его? Время приключений ты не видел? Здесь сейчас только что были дирижабли. Вон, смотри, 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 видишь? Это же из Время приключений, ребят. По идее, это должна быть анчивка. Ну что, у нас выбор, либо-либо-либо. Идти. Ну, давай, наверное, пойдем сюда. Берем по центру. Так, у нас, кстати, одного персонажа не хватает, одного героя нету. Угу, тролли. О, как раз то, что нам нужно. Добро пожаловать. Асра такая деловая. Слушай, а зачем я взял в команду двух лучников? Я сам не понимаю этого. Что вот это такое, ребят? Ну-ка проверим. На! Хаукас, хаукас. Отравленные, блин, не достаем. Давай, наверное, сюда встанем. Теперь достанем? Да, теперь достаем. Но. Ага. В плане он отхиливается от яда. Совсем что ли борзел? Что-то меня такой расклад не устраивает. Давай-ка мы его уничтожим. Найс. Не трогай, блин! Твою налево, а. Ну как же так, друзья мои? Ну, только начали играть, уже лучника потеряли. Фига себе. Мне это совсем не нравится. Блин, Мак, давай мы, наверное, с тобой все-таки отойдем, наверное, чуть-чуть подальше. Волчару попробуем. Ребята, дело дрянь. Вот что я тебе могу сказать. Почему дрянь? Потому что сейчас кого-то потеряем. Либо мага, либо Асру. И я так чувствую, нам придется переигрывать с тобой этот уровень. Да, тролли не так слабые, как я думал. Он сейчас подбежит и заколет. Сфейлился. А там из норки какой-то этот вылез. Посмотри, писец. Я вот потом уже понял, нафига мы с тобой взяли двух этих лучников. Даже надо было так тупануть. Ладно, мы начнем. Это мы уже читали, это нам не интересно. Начать приключение. Пойдем тогда вот сюда. Блин, у нас нет с тобой ни одного танка, который мог бы принять на себе удар. Вот в чем проблема-то. Молодец, Рэйчик. Покончим с этим. Впереди ждет тернистый путь.
Че, какой тернистый путь. Вот как вот мне с ними, блин, тут сразиться, вот скажи мне на милость. Ну, как? Слушай, а вот это что такое? Ага. Поджигает землю. Да ну, блин, это фигня какая-то. Эти тролли, ребята. Нафиг он в огонь встал. Они еще причем отхиливаются. Give me a target. Ты давай иди сюда, give me a target. И вжаривай. Он сгореть должен, по идее. Да. А эти-то добегут? Эти-то у нас добегут, охламоны. Ну-ка. На 6, у него 2 единички хп. То есть вот отсюда ему только можно достать. Нет, я лучше отойду подальше. Захилялся, гаденыш. Вот об этом я и говорил. Вот как вот с ними тут, ребята, можно драться, а? Они настолько дамажат. Этого убиваем. Так-с. Отойдем. Так, пробуем, короче, так сделать. Отлично. Давай это... Блин, далеко, далеко. А так, нормально. Но он все равно сейчас Азур подобьет. Что-то мне так подсказывает. Давай вот так вот встанем, ребята. Прикроем, так сказать, своим телом. Хрупеньким. Зато Азра выжила. На это и расчет был. На это был расчет. Так, друзья мои, победа. Далась мне тяжеловато, конечно. Без танка вообще хреновенько. Вот серьезно тебе говорю. Как, блин, тут без танка? Так, давай-ка мы применим с тобой бинты, потому что у нас есть негативчик здесь. Так, а это что, восстанавливает 1 очко здоровья, да? Всей команды. А это пассивка? Что это за дирижабль летит? Блин, тут опять у нас орки. Тролли, точнее. С трудом продвигаясь по каменистому пути, мы повстречали извозчика с повозкой. Здорово, ребята! Похоже, вам не помешало бы возничий на повозке. За определенную плату, конечно. У нас с тобой нет ни денег, ни роликов, ничего. Пешком продолжим. Везнан взгрустнул почему-то. В плане. Из-за того, что мы пешком пошли, у нас... Зашибись. Используем палатку. С приближением ночи мы установили палатку. Мы проснулись и обнаружили, что наши вещи разбросаны по всей палатке. Очевидно, что-то или кто-то рылся в них, пока мы спали. Трындец, блин, потеряли 25 голды. Ну и палатка. Зато все восстановили себе здоровье. Не знаю, ребята, что-то мне кажется, с этими троллями мы не справимся. Вот надо было так тупануть, без танка-то пойти, а? На войнушку. Молодец, Рэй. Какое прекрасное местечко. Ух, ёк, макарёк. Вот это местечко, да. Правильно, лучник. Беру слова назад. Беру слова назад. Я понял тебя. Так, ну что, давай иди сюда. Ты попадешь в эту? Попадешь. Пускай земля тут горит. Пускай земля горит. А, сюда. Не дотягивается, жаль. А так? Пятерочка, сколько у тебя хп остается? 2 единицы хп. Давай так вот сделаем. Сгорел. Чепушило. Блин, там еще с топорами здоровяк такой. Ну что, траванем? 4 единички здоровья у него. Так, отходим. Сколько ты наносишь? Готов. Уйди от нас,
Блин, там, конечно, мы продинамили с тобой вспышку. В плане того, что могли бы взорвать. И земля бы горела. И они бы получали бы очень много урона. Так, сколько ты там? 3. Отходим. Че, еще отходим? Сколько ты атакуешь? Ага. Засранец. Хокус. На 2. Сейчас попробуем. Так, ну в принципе он уже не жилец. Его яд убьет. Так, а вот нам бы, конечно, лучше отойти. Подожди, лучше вон того, наверное. Или этого все-таки. Давай этого добьем. Мак, а что ты так ходишь мало-то, господи. Добежали все-таки. Ну вот, а вот этого я и боялся, ребята. Давай стрельнем. Блин, тебе нужно отойти. После этого бомбим. И вот этот вот меня вообще, ребят, напрягает. Насколько он атаковать будет, я не знаю. Give me a target. На тебе. Так, ну у него, слушай, дофигище, ребят, здоровье. Так, тормозим. Ну что, попробуем? Так, 2 и 2. Да фиг ли твой хокус, давай. Ты что делаешь? Ты что делаешь, дурила? Ребят, на самом деле я хотел атаковать. Я не понимаю, почему он пошел на него. Придурок, ой, дурак. Я офигею с этого мага. Нафига он пошел туда, я не понял. Он взял и побежал, короче. А он еще отхиливается, прикинь. Давай ты, блин, поменьше слов, побольше дела. Give me a target. Есть. Ну, волшебник, конечно, да. Чуданул. Я вообще собирался атаковать, а он взял и побежал на него. Ломик. Так, ну что, у нас идет улучшение. Кого улучшать-то будем? Асфру, наверное, да? Так, укус паука поражает врага, нанося урон. Персонаж становится отравленным. Укус паука. Я, ребята, ее повысил только лишь из-за того, что у нее побольше хп будет. Как танк, потому что остальных нет смысла. Мы нашли сундук армии тьмы, спрятанный в пещере. Он оказался заперт и невероятно тяжел. Использовать ломик. С помощью лома и грубой силы нам удалось выломать замок сундука. Ох ты. А вот это что такое? Блин, я не могу посмотреть. Священное кольцо дарит очки благословения. Хозяину кольца будет благоволить удача в течение нескольких сюжетных точек. Удача. И нескольких сюжетных точек. Ага, вот теперь я понял, что такое солнышко, ребята. Это и есть удача, оказывается. Так, ну что, нам с тобой идти? Либо на волков, либо на волков. Куда ни крути, везде волки. Давай, наверное, вот так вот пойдем. Однажды мы повстречали путешественницу. Так, разговариваем с ней. Духи говорят, что они пригодятся нам в дороге. Попросить его присоединиться. Я с радостью стану вашим лекарем. Знахарь встал и улыбнулся, встряхивая грязь с колен. Знахарь, вербуем, конечно, ребята. Знахарь нам всегда пригодится. Тем более в таких сложных ситуациях, как вот эти, с волками. Ну что, посмотрим, сколько здесь волков. Твою дивизию. Бррр.
Теплая шкура бы не помешала здесь. Да, с тобой полностью согласен. Так, эти волки у нас могут замораживать. Ай-яй-яй-яй, сколько у вас здоровья? В принципе, не так много, попробуем. 6. Ага, сразу уничтожили, окей. Patience, patience. Трешечка. И готов. Что вот с этими хламонами делать, я не знаю. Как-то надо с ними бороться. Достанешь, достает. Ну-ка. Слушай, они очень мощные, эти ребятульки-то. Кто-то у нас сзади. Что? Какого лешего они не предупреждают, что они так могут делать? Пипец. Я офигею, ребята. Вот это да, вот это звезданули нам сейчас. Да пропускаем ход. Но это же трэш. То есть я не могу теперь даже ходить. Трындец, короче. Ты сможешь добить? Хрена он не может. Не надо только бить. Ё-моё, на пятерку. Я вообще не могу ничего сделать. Да как с ними тут драться? Все. Асру уничтожили. Я в шоке, ребята. И ведь дошел же, а? Да, друзья мои, нет, тут без танка делать нечего. Вот серьезно тебе говорю. На одних лучниках здесь не уйдешь, поэтому вы уж извините, но мы меняем команду. Берем Асру. Так, а больше никого не могу, да? Рыцарь. Так, подожди, рыцарь. А что у нас делает орк-мясник? Не поддерживающую либо сторону, орки-мясники бродят по королевству и зарабатывают в качестве наемников. Жестоко делает их отличными союзниками в ближнем бою. Ближний бой, блин, ну, слишком много ближнего боя тоже нам нафиг не надо, да? Волшебник и лучник. Трэш какой-то. Ладно, я такую команду, ребята, ставлю. Начать. Ну, без Геральда на самом деле здесь очень, ребята, сложно. Вы сами прекрасно все видели. Теперь давай мы протестим, как у нас получится именно вот в таком варианте. Я думаю, намного все пойдет по-другому. Потому что Геральд у нас все-таки имеет и щит. Ну и, как всегда, идет впереди всех. Хм. Ни у кого поводка не найдется. Там лиса у нас вон наверху спряталась. Так, вот смотри. Три волка. Три волка. Давайте так сделаем. Блин, он взял урон. Ну-ка. Как думаешь? Что? Вот именно что. What's this? Что происходит? Да уйди ты вот сюда, вот стой здесь. Волчара погибнет или нет? Я хочу, чтобы он сдох. Он убежал. Хе-хе-хе. Убежал, но это ему не помогло. Наш Геральт, как обычно, замороженный. Отойди, потому что если он сейчас на тебя согрится. Блин, у нас у мага всего 3 хп. Опять его заморозили. Да чтоб тебе. Знаешь, кого мне не хватает здесь? Нашего гнома. Да-да, того самого инженера. Вот он бы тут сейчас веселился бы.
Да какой give me attack? Это иди сюда, вот, перейди и отрави этого. Все. Наконец-то. Никого не потеряли, вроде бы и этих у нас не было, да? Штрафных очков. Так, двигаемся сюда. Давай, 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 беги. Прогуливаясь по лесу, мы услышали свистящий звук. Из лесной гущи на нас полетели топоры. Уклониться или блокировать? Блокировать. Во. Нам удалось заблокировать летящие на нас топоры, не получив урон. Мы искали наших нападающих, но увидели лишь спины кучки убегающих троллей. Так, Геральт, а вот что означают вот эти вот улыбочки? То есть, он будет драться лучше или что? Подарок всевидящий. Нам повстречался незнакомец в мантии, забравшийся на алтарь сектантов. Ой, Вайгой, если добрые путники, ужель пришли, презент от всевидящей получите. Землинушка полна нашего священного взора. Раз может всевидящий оставить тех, кто возрадовался дару его. Так, принять подарок, отказаться и продолжить путь и атаковать его. Подарок всевидящего. Знать бы это добро или зло. Ладно, принять подарок. Сектант взмахнул рукой, и сотни призрачных мух вылетели из-под его капюшона и направились прямиком в наши рты. Мы ждали, какой подарок получим. Святе всевидящее дарует вам житие. По елику дольше будете жить, и дольше всевидящей будете служить. Так, мы получили плюс один, 250 рун, и почему-то настроение у нас испортилось. Ага. Так, прокачка, ребят. Наверное, я все-таки прокачаю. Нет, 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 нет. Тут надо, друзья мои, Геральда. Великолепный удар. Да, что-то типа того. Так, смотри-ка, здесь у нас тоже что-то есть. Пойдем, наверное, сюда. Ну. Наш путь преградил громадный валун. Так, взобраться на валун, разрушить валун, передвинуть валун. Конечно, разрушить, у нас с тобой есть кирка. Так, 250 сфер получили. И двигаемся дальше, дальше, дальше бежим. Нечего там прохлаждаться. Зимняя рыбалка. Перед нами стелилась замерзшая гладь озера. То тут, то там виднелась прорубь и инструменты рядом с ней. С их помощью можно не только поймать вкусные рыбки, но и улучшить наше оборудование. Либо рыбачить, либо улучшить. Давай попробовать улучшить. Мы взяли несколько инструментов для ремонта рыболовных снастей и сумели улучшить наше оружие, прежде чем двинуться дальше. О. Смотри-ка, как лучник-то у нас прокачался, а? Ну да. Улучшить. Давай, наверное, мы возьмем с тобой корни. Замечательно. Так, а теперь у нас выбор. Либо туда идти, либо наверх. Хм, а там таверна будет какая-то. Видишь, вот здесь вот. Все точки идут сюда. А если мы сюда пойдем, каким образом? Мы через вот эту вот фигню, через эту орду пойдем? Или каким-то образом будет? Давай я так сделаю. Во время нападения троллей на лесскую заставу к нам на помощь пришел солдат. Мы поспешили к месту, но путь преградили огромные валуны. Так, пройти в обход. Не, давай-ка мы, наверное, пойдем в обход. Передвигать в луны что-то мне неохота. Твою, блин, налево. Друзья! Ты еще заплатишь. Мы тебе вернули. Так, солдатик один тут остался. Ух, давай подожгу землю. Пускай горит. Все равно им пробегать через нее. Так, я не понимаю, нам этого рыцаря нужно защищать или что? Или пофиг нам на него? Что с ним будет? Ну, давай я встану здесь, к примеру. Угу. Он еще и загорелся.
Так, травануть его. Не, давай он того, наверное. Вот так вот. Шикарненько, пускай травится. Замечательно. Там, ё-моё. Я и забыл совсем, что там такое громозека есть. Слушай, а солдатик-то у нас что тут имеет? Оглушающий удар бьет врага по голове, нанося урона и оглушая. Прикинь. Хоть он и мелкий, но сгодится. Да-да-да, по огонечку. Ой, как им хреновенько бежать-то, посмотри. Да уйди! От моего солдата. Так-так-так-так. Если я сюда вжарю. Ну, это разве удар? Нам надо с тобой добить, скорее всего. Если я так вот сделаю. Готов, хламон. Так, слушай-ка. Мы можем его добить? Да, получилось. Это все ближе и ближе к нам подходит. Давай, гаси его. Ну это что, ну что это за детский... Опа! Топорики метает, значит, да? Блин, неужели подходить надо? Мне неохота подходить. Подставляться еще. Все, стой здесь. Так, Геральт, давай-ка мы с тобой сделаем. Надо было, блин, на рыцаря поставить, наверное. Так было бы эффективней. Ёк-макарёк идет. Как далеко идет-то еще. Так, мелкий, давай-ка уходи оттуда. От греха, как говорится, подальше. Ударит? Ударит. Ну что, погнали. Блин. Давай. Вот так вот. Попробуем корни с тобой выпустить. Да куда ж ты их выкинул-то, корни эти? Баба! Ёк-макарёк. Так, мелкий, нам, наверное, надо с тобой сматываться нафиг. Куда-нибудь сюда. Стой здесь. Блин, я что-то как-то побаиваюсь. Я не знаю, что нам сделать здесь. Достать не достаем. У нас только один шанс бомбануть его. А если я отойду и стрельну? Стрельну. Сейчас ударит. Сколько у нас здоровья-то вообще? Ну, в принципе, нормально. Мелкий может подойти и оглушить, верно же? Попробуем. Отлично, оглушили. Так, пропускаем ход. Здесь сделаем вот так. Пускай щит его охраняет. Тут поставим корни. Так, поставили корни. Мелкий, теперь уходи сюда. Если он даже... Блин, мелкий, ты серьезно? Эти корни предназначались уж точно не тебе. А он вляпался в них. Какой он тугой, а? Какой он тугой, ребят, именно на разбор. Слушай, а если я его толкну в корни, он запутается или нет? Ну-ка проверим. Да. Он запутался. Но он, по-моему, может двигаться. Мелкому крышка. К сожалению, мелкому крышка. Так. Иди сюда. Бей его.
Ну неужели? Блин, жалко мелкого, конечно. Не спасли. Хотя могли. Я просто не думал, что корни могут и нас тоже захватывать, понимаешь? Наших союзников. А вот они могут, оказывается, захватывать. Так, ну что, куда нам идти? Ну, тут только одно направление. Другого нам не дают. Так, я надеюсь, это не те самые тролли, которые с этими, со снежными ублюдками. С валунами. Какое прекрасное местечко. Да, конечно, прекрасное местечко. Не смеши. Беру слова назад. Вот о чем я и говорю. Так, ну здесь, естественно, ребят, сразу поджигаем землю. Поджигаем землю. Нет, не поджигаем. Идем сюда. Так, щит. Я даже вот так лучше. Здесь поджог. Пускай горит нафиг. Отравление, отравление. Сюда. Я же хотел отравляющую стрелу, блин. Сейчас он надуплится. Но все равно по магу достанется, а? Да какого лешего, какой ты салаг, слабак, блин. Ой, блин, этот магистр кислых щей, я не могу прям. Такой дрищ, а. Я этого все-таки добью. Супер эффект. Слушай, а мы здесь выстоим? Так, у нас две брони. Уже нет брони у нас. Сейчас попробую. На-ка. Оу-оу-оу-оу, 3 хп, ребята, 3 хп всего лишь у нас. Да куда ты, блин, выложил? Геральт сейчас погибнет. Есть только отбежать и поставить щит. Еще и лучник страдает у меня здесь, прикинь. Этот запутанный. Так он пускай там стоит. Ну давай сюда встанем. Вот сюда встань, пожалуйста. И сделаем вот так. Куда ты корни свои сейчас поставишь, а? Замечательно, очень хорошо поставил. Угу. Так, броня у нас есть. Поехали. Этот сейчас побежит. Давай-ка вот так вот траванем его. Хе-хе-хе. Ну что, остается этого хламона добить. Добиваем его. В плане. Что за фигня? Да, друзья мои, блин, ну какой же волшебник Салабон, а? Не выдержал удара от тролля. И сейчас он опять будет плакать. Ну видишь, плачет. Давай тогда уже, наверное, его прокачаем все-таки. А что это такое? Так, телепортирует в пустой шестигранник в пределах досягаемости. Может использовать любой навык, но не может двигаться. Нет уж, спасибо, я лучше возьму заморозку. Что у нас получается? Мы хильнуться можем? Мы хиляемся автоматически, да, когда двигаемся? Так, а вот у нас и забегаловка. Трактирчик. Однажды мы повстречали путешественницу. Так, разговариваем мы с ней, да? Незнакомец оказался жутким орком, точащим огромный тесак. Не бойтесь, я не из числа агрессоров.
Дайте знать, если вам нужны мускулы, а то у меня как раз руки чешутся. Оу, попросить его присоединиться? Орк хитро улыбнулся, закинув тесак на плечо. Мой тесак, ваш тесак. Пора ломать кости. Орк-мясник. Берем, конечно. Ёк-макарёк. Да, орк-мясник, это круто. Ну-ка. Кучка йети наполнит деревню Арголем. Защитить Арголем. Блин. Йети, это же вот эти, которые бросаются снежными комками, или что? Тогда на следующем распутье вы смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приготовьтесь, герои. Приготовьтесь, герои, говорит. Блин, я даже не знаю. Орк. Выдержит ли он? Хотя у него три защиты. Блин, они втроем будут бомбить, понимаешь, в чем дело? Что у нас вообще такое есть? Раскол. Бьет врага мечом, наносит дополнительный урон обездвиженным противникам. Яростно поражает врага, нанося урон и отбрасывая его. Так, вызывает кровотечение у обездвиженных. Все у него на обездвиженные цели, ребят. Акцент. Давай сюда. Атакуй только в ближнем бою. Стой здесь. Поджечь землю. Толку-то от этого. Я знаю, что если по нему звезданут, он сразу расплющится. Это факт. Поэтому давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Земля даже не загорелась. Ё-моё. Давай попробуем корни выпустить. Слушай, ну корни-то, они встать-то встанут, ребята. А урон-то они получать все равно не будут. Точнее, они все равно смогут бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай сделаем тогда сюда щит. Бедный орк. Твою налево. Он сейчас погибнет. Они постараются все сделать, чтобы его ушатать. Ушлепки несчастные, а. Да ты можешь сюда сходить, господи, а? Трындец. Я ему заморозку по барабану. Ну-ка посмотрим, как. 6 урона всего лишь получает. 6. Смех. Нафиг ли твой там смайт? Просто по барабану, вот и все. Вляпайся. Этот ударит. Хотя нет. Хоукас, хоукас. На 6. Так, насколько мы можем ему... На 11. Ёк-макарёк. Лукарь, да ты мой герой просто стал. Так, пропускаем ход. Все, они освободились, гаденыши, да? Так, стоп. Давай мы, наверное, вот сюда вот встанем. И вот здесь уже сделаем вот такой удар. Дудуч. Замораживать его бесполезно, поэтому давай вот так сделаем. Есть! Йети-йети. Ну-ка. 7, да? И 2 хп у него остается. Стой здесь. Ну что, добиваем его. Жестко, конечно. Но, ребят, я вам скажу, что орк вот этот нам очень помог. Потому что он львиную долю урона, когда они бросали камки, взял на себя. Так что орк здесь невиновен. Спасите Арголем от захватчиков. Народ Арголема, возрадуйся. Деревня спасена. После долгой осады у жителей почти ничего не осталось. Чем они могли бы нас отблагодарить? Но они поделились очень полезными ресурсами.
Палатка, все дела, да? Спасибо вам. С давних пор Аргалем обеспечивал храм Гросс продовольствием, пока деревню не охватило нашествие троллей. Некогда процветающее место пришло в упадок. Протирая тряпкой края кружки, измотанный на вид трактирщик бросил на вас взгляд. Кровать у нас мягкая, а еда вкусная. Чего желаете? Отдохнуть, обменять. Слушай, но отдохнуть однозначно надо. Набив брюхо и хорошенько отдохнув, мы почувствовали невероятную бодрость. Нам удалось восстановить немного здоровья. На это, в принципе, и был расчет. Но вот штрафные очки мне не нравятся. Так, можно тут еще обменять? Давай посмотрим, что у нас есть на обмен. Ух ты, это что такое за снадобье? Зелье придает выпившему бодрости. На сюжетной точке 3 штуки. Так, употребляемые, да? А факел? О, факел, свет моих очей. Предметы категории игровые. Даже не знаю, ребята. У нас 130 монет. Я, наверное, возьму кирку и бодрость. Кирку и бодрость. Так, орк у нас хочет прокачаться. Так, ладно, уходим. Улучшаем. Бьет врага по голове, нанося урон и оглушая. То, что нужно. Это меня устраивает. Так, а теперь давай думать, куда идти. Там орк, там маг, а здесь бросить кости. Снаряжение ли... Че? Слишком тяжело. И что? Погоди, и что ты хочешь этим сказать? Снимает очки усталости. Все? Теперь нормально? Можно ходить? Идем. И притопали. Гнездо золотой сойки. В густой кроне спряталось покинутое гнездо золотой сойки. Эти птицы строят свои гнезда из блестящих кусочков золота. Вероятно, на дереве можно найти что-то ценное. Использовать веревку. Мы забросили веревку наверх и поднялись, чтобы забрать ценные вещи. Ага. Слушай, что это такое у нас? Сферы опыта требуются для продвижения ваших героев. Понял? Куда теперь пойдем? Там у нас тролль. А здесь можно бросить кости. Давай бросим кости. Твою налево, засада какая-то. Все-таки вляпались куда-то, а? О-оу. Это засада. Да, Геральт, это засада. Но зря вы, ребятушки, наезжаете. Зря. Так, будем поджигать землю? Наверное, будем. Пускай горит, все равно они пойдут сюда, к нам. Зашибись. Поджег, называется, землю. Проверим, насколько эти ребятушки крепки. На-ка. Ага. Ух ты, у него контратака. Слушай, вот это меня радует. Стоп. Давай мы сделаем, наверное, вот так вот. А вот теперь поставим щит. Give me a target. Ну, здесь, понятное дело, уничтожаем. Нет, лучше вон того. Уноси готовенькое. Вжик-вжик-вжик. Уноси готовенького. Так, это мерзость идет тут, крадется к нам. Да пошел ты, вот добежал же все-таки, а? Так, мы заморозить можем вот этого? Но если, например, подойти чуть-чуть поближе. Вот сейчас можем? Можем. Так, орк. Круши череп. Обалденный чувак. Смайт. Так, давай-ка мы сюда с тобой встанем. Надо наказать. Вот так сделаем. Вжух.
и сдулся. Отойдем и сделаем корни. Да-да-да, вот так вот оно будет эффективнее, чтобы он не пробежал к нам. Хе-хе. На! Супер эффект. А вот теперь этим надо заниматься. Шитиком. Этой мерзостью, так скажем. Так, орк, иди сюда. Ты нам пригодишься. Геральт ходит, да? Ладно, иди сюда. Попробуем сейчас ударить по нему. Траван... Блин, не дотягиваемся. А, нет, подожди, все нормуль. На. Так он сейчас отдуплится, смотри. Сколько у него там здоровья. Все. Ух ты, он взрывается при смерти. В общем, с засадой, по-моему, да, мы справились. Но мы не дошли до главной нашей цели. 350 сфер. Так, что у нас там? Алтарь какой-то, да? Древний храм. Мы нашли руины древнего храма и решили изучить их поближе. Внутри возвышалась статуя богини, держащая в руках чашу с надписями на мертвом языке. Так, перевести надписи, наполнить чашу или ничего не поносить. Так, переведем. Удачно. Нам удалось кое-что перевести. Благословенны будут те, кто зельем утолит мою жажду. Наполните чашу другой жидкостью или предметами и за богохульство дорого заплатите. Мы решили не гневить древнее божество, поэтому продолжили наше приключение, оставив чашу пустой. Ух, смотри-ка. Так, мы можем прокачать. Давай, наверное, мага. Угу. Так, друзья мои, фаербол у нас доступен. Теперь мы можем поджигать землю. Блин, и волчары нас поджидают здесь. Надеюсь, только волчары, без всяких там йети. Ну-ка, смотрим. Твою налево, бррр. Теплая шкура бы не помешала. Да, это тот самый уровень, ребята. Вот где мы с тобой погибли в прошлый раз. Твою налево. Ну, бомбить придется, ребят. Сейчас камки будут бросать, так ведь? Нам надо было разойтись. Почему разойтись? Потому что если они бросят в эту кучу, в нашу всю, мы тут все дуплимся. Поэтому надо разбегаться по разным точкам. Так, иди сюда. Блин. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ёк-макарёк, подойди-ка сюда и... На-ка. Мага не убрал. Слушай, он пока не достает, слава богу. Блин, Геральда заморозили. Так, волчар одуплился. Шикарно. Маг, уходи оттуда нафиг. Зная их не шуточки. Волк. Нормуль. Неплохо. Так, вляпался, да? Все-таки мы его поймали. Не достаем чуть-чуть, ну-ка, если сюда встанем. Трави его. Пускай знает свое место. Есть ли смысл нам сюда подходить? Я думаю, что... Блин, хотя есть. Но не вдвоем бомбанут. Ладно, подойдем. Достать не можем. Поэтому пропускаем ход. Ожидаемо. И этот сейчас еще кинет. Так, маг, тебе придется чуть-чуть подойти. Давай-ка, наверное, вон того.
Чё такой слабенький урон-то, эй? Блин, орк погибнет сейчас, точно говорю тебе. Give me a target. Give me a target. Добивай. А, орк у нас еще и ходить не может, ко всему прочему. Все, ребята, он обездвижен. С Геральдом тоже непонятно, что делать. Так, орк, что же нам с тобой сделать? Не может ни ходить, ничего, ребят. Попал, короче, по полной программе наш орк. Но он выдержит два удара от этих йети, наверное. Проверим сейчас. Ну да. Здесь ему крышка, конечно, будет. Погнали. Угу. Не любит огонек, да, я смотрю. Огонечка не любит. Давай здесь корни поставим. Так, иди сюда. Геральт, поставь, пожалуйста, за... Блин, не можешь, что ли? Так, погоди. Если ты сюда встанешь, дотянешься? Да, вот так вот сделаем с тобой. На всякий случай. И уведем тебя сюда. Угу. Блин, я не убрал волшебника. Да. Терпимо, ребята, это все терпимо. Погнали. Хоукас. Минус 5. Суперэффект. Естественно, травим. 1000 очков нанести урон. Так, ребята, ну что, мы прошли. Орк это, конечно, что-то с чем-то, ребята. Тем более под щитом. Просто машина для убийства. Так, ну что, мы с тобой можем двинуться. Вот там какой-то храм. Вот, ребята, вот я не знаю, либо нам сюда рвануть. Потом будет у нас торгаш. Слушай, наверное, я сюда пойду. Хотя тут торгаш и тут торгаш. А тут были пауки у нас какие-то. А у нас всего лишь один вариант. Вот сюда идти, ребята, больше некуда. Больше нам никуда не позволяет идти. По склону горы стремительно покатились камни. Их оказалось слишком много, чтобы увернуться. Так, толкнуть, взорвать или спрятаться? Спрятаться, может быть, блин. Давай спрятаться. Есть! Оглянувшись, мы нашли уголок, где смогли бы укрыться от падающих камней. Оказавшись в безопасности, мы заметили, что камни оставляют за собой следы из золотых самородков. Ничего себе. Оу. Мы еще и вознаграждены. Так, ребята. Что мы с тобой здесь получаем? Выпускает стрелу, которая отрикошетит до 3 раз между врагами, находящимися на расстоянии не более 1 шестигранника друг от друга. Обездвиживает первую цель. Урон от 5 до 6. Берем. Ну, лучник у нас просто крутыш становится. Что здесь? Что, опять какая-то ловушка, опять западня? Нет, ребят, здесь уже. И помните, если повредить обелиск, поплатитесь жизнями. Это кто такая? Ну вот, в атаку. Ох, хлыщи. Ах, вы хлыщи. Значит, обелиск, да? Повредить, бояться. Так, орк, погнали. На передовую. Он добежит, он, наверное, добежит, поэтому сделаем вот так вот. А если не добежит, то топорик свой метнет. А мы сейчас еще вот так вот корешочки с тобой выпустим здесь. Ай, красота. Стоим. Фаербол. Слушай, фаербол было бы неплохо сейчас применить.
Ну-ка, если мы сюда встанем. Фаербол уже не дотягивается. Тогда так сделаем. Обелиск лечит их. Твою дивизию, их лечит этот вонючий обелиск. Орк, ну-ка давай попробуем с тобой сделать вот такой вот фокус. На тебе, гаденыш. Еще и глушили. Геральт, что бы нам с тобой сделать? Ну, в принципе, мы можем сюда переместиться. Пока. Сколько у него здоровья-то здесь? Не видно пока. Готов. Готова мерзость. А вот теперь... А вот теперь врежем фаерболом. Да чтоб тебе... Ух ты, что это такое? Вот это что такое, ребята? Что за щупальцы? Ну ты посмотри, что творит, а? Слушай, нам нужно что-то с тобой сейчас предпринять. Черепокол. Отлично. А эти щупальцы, скорее всего, сейчас будут атаковать. Почему-то мне так кажется. Давай проверим. Ага, рубанул. Надо вон того хлыща. Нормуль. Так, стой. Щупальца, сколько у них здоровья там? А, одна единичка здоровья, понял. Вот это ты зря, парень, делаешь. Вот это ты зря. Что такое? Что происходит? Ух, ну и идиоты. Твою налево, блин. Я думал, что больше противников не будет. Наивный. Так, вырубили. Сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Защиту здесь. Попробуем травануть. Все, сдулся. Так, уходим. Я не знаю, что эта карга может сделать. А если я заморожу ее? Заморозится она? Отлично. Да вы запарили, а? Понял. Слушай, я ведь могу пройти просто-напросто. Или они все равно будут атаковать? Надо эту фигню попробовать уничтожить. Этот обелиск достанет. Так, перемещаемся сюда и пробуем вот такой удар. Не понял юмора. Щупальцы остались, да? Ну-ка. Куда ты пошел-то? Ну, дурачок, а, местного разлива. Уйди оттуда, он и выйти не может. Круто. Ты вообще что-нибудь можешь сделать здесь? Ага, сюда есть только бомбануть. Тинц. Зашибись. Ой, маг, вот ты дурак, а. Не понял. С какого перепуга он не получает урон? Неужели из этих корней? Да ну, бред какой-то, из этих корней не получать урон? Смотри, 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 что делает. Ну-ка еще раз проверим. Что-то не то мы сделали с тобой. Рубим. Так, сюда. Подходим еще поближе. Пропускаем ход. Он бьет все-таки, да? А ну-ка проверим. Ну вот и все. Обелиск уничтожили. Блин, ну мага, конечно, потеряли. Это трэш. Вечно он куда-то встревает. Постоянно.
Ну что, повозка? Надеюсь, тут будет бинты или еще что-нибудь. Мастер оружия. Опа, опачки. Сколько у нас монет? 220. Ха. Мастер оружия. То есть это мы с тобой, ну, силу атаки, я так понимаю, повышаем. Блин, у него два штрафных очка. Бодрящее зелье. Ну, проверим. Ага, улыбочка, веселый. Здесь уже можно тратить все, потому что, ребята, уже сейчас будет босс. Кимарнем. Мы проспали всю ночь. Совершенно отдохнувшие, прикинь. А если еще разок? Крепко спали. Ну вот, совсем другое дело. Кто у нас здесь? Руины храма Гроз. Закат окрасил небо во мрачный багряный цвет. У руин храма возвышалось жуткое на вид строение, когда-то известное как Солнечная башня. Дорогу через мост к нему преградил весьма уродливый тролль. Подойти к руинам, подождать? Нет, ну подойти к руинам, конечно, что нам ждать-то уже? У моря погода, если только. А погода здесь и так не очень хорошая. Но... Прекрасно, башня уже готова. Видите, вождь? Наконец-то храм Гроз наш. Вернее, ваш. Что тут? Как раз вовремя. Пришли полюбоваться на новую башню? Тишина. Вашим троллям не удалось остановить их. Что? Ириза требует жертву. Гроз сам сделаю. Ну вот и они. Не подведи нас вновь. Так. Стоп. Храм Гроз не принадлежит вам, сэр Геральт. Пора на пенсию, не думаешь? Я тебе сейчас подумаю. Ух, сколько же можно ждать? Заряжай башню. Твою дивизию, берегись. Да, ребята, эту башню я узнаю. Ух ты. Фига себе экспериментики. Куда он ушел? Ах, вот ты что собираешься сделать. Так, ну что, друзья мои, раз такая пляска пошла, нам нужно с тобой уничтожать эту всю штуку. Иначе будет больно. Так, давай-ка я сделаю вот таким вот образом. Да-да-да-да-да, именно так и было задумано. Переходим сюда. Фаербол. Фаербол. Давай сюда. В плане ты не можешь... Он не может гореть, понимаешь ли. На тебе, гаденыш. Слушай, я зря, наверное, не убрал мага-то опять. Тебе так не кажется? Я только вспомнил, когда он уже, ребят, погиб. А это он что, по барабану ногу? Нет, не по барабану. Блин, без мага будет сложновато нам. Но ничего уже поделать нельзя. Заряжает башню. О как. Что еще? Никто не ждет. Че там? Че там? Че она сказала? Так, этот шаман запарил уже выставлять тут свои эти фиговины. Так, пойдем сюда, наверное. Сделаем вот так вот. Watch this. Если я его травану. Не понял. А что тогда делать-то? С этим со всеми расправиться надо или что? Ну-ка еще разок. Куда ты пошел, блин?
Уйди, я думаю, что у меня орк будет ходить сейчас. Blade is thirsty. Ты с огонька-то уйди. Сейчас попробуем, ребята, ударить. Он получает вообще повреждение или нет? Я не вижу. Я его не вижу наверху, чтобы была у него отметина по ХП. Твою налево, а. Давай заряжай свою башню, чтобы она бумкнула. Эти маги еще тут. Да-да-да-да-да, вот. Взрывайте. Что-то не сработало, по-моему. Чего? Что за приколюхи-то, я не понял. Ну-ка, на тебе. То есть через каждый ход они, значит, активируются, да, получается? Через каждый ход. То есть мы можем с тобой, например, уйти куда-нибудь сюда. Я думаю, что луч этот не должен достать по нам. Ну, на худой конец мы можем с тобой сделать вот так вот. Взять и уничтожить его. А, он атакует еще. Понял. Так, этот хламон идет к нам. Мак, еще не хватало тебя тут. Заряжай, заряжай свои тут. Пакость. Может, хватит уже, а? Трындец. Геральт погиб. Друзья мои, погиб Геральт, ты понимаешь? Как нам теперь быть? Фиг ли мне твой give me атаки? А, все-таки есть у него ХП, есть здоровье, ребята, все это видно. Стой здесь. Хм. Твою дивизию. Ну, если я встану сюда. Да бесполезно, блин, его бить. Его бьет только луч, ребята, все. Вот достанут же, а. Сейчас проверим. А этот почему луч не сработал? Все, по-моему, мы, ребята, тут доигрались. Это трэш. Это работа точно для Хакраджа, блин. Офигеть, работа для Хакраджа. Да, ребята, поражение. На босяцком сдулся, как сопляк. Неожиданно для меня. Так. Олах, друзья мои, открылся новый герой. Плюс Брукса. Волшебница. Достижение, так. Слушайте, ребята, давайте мы, наверное, на этом закончим. И я за кадром дойду до босса и уже потом вместе его завалим. Надеюсь, что завалим. Просто я вначале не мог понять, как его бить. Теперь понятно, он подставляется под лучи, и эти лучи его, как говорится, пробивают, этого шамана. Но сначала надо с предспешниками справиться. Но это все будет уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.